Отличные отметки. Пройдет полмесяца, уже отчислили, выкинули. Но Господь, видите, как что сделал? Это я написал за 8 лет. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. И когда будете смотреть, там набор я делал сам, верстку делал сам. А мне 74-й год. Я с ребятишками ношусь на велосипеде, у меня 3 голубятни. Никакой нужды нету. Я еще ни одной таблетки не съел. А зачем? Болеть я не болею. То есть болезнь какая есть, это что-то болит. Это естественное старение организма, как старение машины. А сойдутся пенсионеры. А как болеешь, а тот? Да никак не болею. Совсем не болею, никак. Надо смотреть на мир и радоваться. Благодарить Бога, Господи. Благодарю за то, что... И говори, все, что у тебя есть. За скорби, печали, болезни, за здоровье, за все благодари. Вы все равно на мой вопрос не ответите. Но я отвечаю вам, врага можно смирить только смирением. Ну как, вот, ну вот зашли в семью, да, убивают, тут же стоят. И что, смириться и смотреть? А ты ничего не сделаешь, ну практически. Вы дома, у вас оружия нет, зашли 5 раз с автоматами. Ну и что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Единственное, что я могу, встать на колени и молиться. И вдруг они остановились. Они мусульмане, они остановились, говорят по-своему. И заговорили, и сразу верующие. Отойдите, эти выйдите, это верующие, они верующие не трогают. Вот и все. А остальные искать некого. Я это испытал в себе. Меня спасает главный инструмент моей жизни. А такой. Как они насчет этого говорят, что это неверный, наоборот, убей неверного, нет, и нет, тебе нет, там нет, воздастся? Нет, это неправильно, не убей неверного. А когда неверный поднимает войну, это неправильно. У них этого нет. Нет в Коране ни в одной суре, ни аяте. Я это знаю, потому что от корки до корки 18 том. То бишь вот эти вот все войны, которые происходят, и убей неверного, значит это идет... Это месть. Нет, ну месть идет тогда, они, ладно, вы воюете с солдатами. Но они же воюют тогда, вот эти все взрывчатки. Ну хорошо, кто пришел кому в Афганистан-то? Пришли-то русские туда, кто пришел? Нет, ну их же попросили, чтобы пришли. Наши же сами хотели. Никого нету, ни одного. Наши не хотели эти солдаты. Да мало что не хотели. И никто из матерей их не хотел. Ну хорошо, пришли белые, попросили, Гитлер пришел. Ну как воевали, как с захватчиками, оккупантами. Кто советский для Афганистана было? Для такой маленькой страны 2 миллиона погибших, 18 миллионов всего, это громадная потеря. И нам это сотню лет надо будет заглаживать. И что, вышли, опять ничего нету, как будто не было. 14 700 трупов вывезли оттуда. Зачем это нужно? А сегодня в Чечне. А, пошли по бабам. По бабам? Ты домой не придешь. Он к зубному ведут ее жена, и идет на муж рядом, и брат. С ножами сидят рядом. Прикоснуться можешь вот до подбородка, не тронуть грудь. Двое сидят с кинжалами, у них по-другому смотрят. Она не девушка замуж вышла, в этот же день она должна умереть. У нас вообще это право, нас хоронить некому будет. Еще, нам далеко еще до них расти, нам многому можно поучиться, но они Христа не знают. У них есть этот менталитет, а у нас этого уже нет. Ну, у нас так приучили людей. Потому что мы вот они, да. Началось. У нас только матерно, он даже не понимает, как. Мать мою, он серьезно воспринимает, что когда ругается матерно. Для них это оскорбление смертное. И мы должны сознаться, мы здесь проигрываем по всем статьям, но у нас Христос. А у них нету. Христос умер за мои грехи. Он искупил. У них нету. Магомед не умирал за них. Магомед человек, он не Бог. У нас самое главное, что христианцы, это наш Христос. Так он тоже человеком был? Он Бог, Бога-человек. Он Бога-человек. Не человек он был, а Бога-человек. Когда читаем символ в церкви, верую, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно. Ну, это символ. Итак, до свидания. До свидания. Приятно было с вами познакомиться. Храни вас, Господь. Познакомиться, пообщаться. До свидания. Счастливо вам доехать. Да.